Мне сказали, что Клавер в кабинете. Генералс? Да, не там, но сегодня у их превосходительства доклада не будет. Один яс. А вы кто такие? А вы кто такие? Я их не чиновник-с. А я их не товарищ по школе. Ну, позвольте вам доложить, что в генеральском чине узы товарищества не то, что совсем ослабевает, а как-то больше все в туманном виде представляется. Я, конечно, не смею утверждать, но ей-богу так. А что, Клаверов того? Вот вы их изволили Клаверовым называть. А мы даже от фамилии такой отвыкли. Все больше ваше превосходительство, да господин директор. Даже сама мысль не дерзает назвать иначе. Да, однако скверно долго не бывать в Петербурге. Совсем все обычаи перезабудешь. Да. А ведь вы вот в кабинете. Ну, же я их чиновник. И, как видно, очень практический человек. Однако я все-таки надеюсь, что его превосходительство во внимании к воспоминаниям... Это все так. Но лучше было бы, как бы генерал сам, по своему, знаете ли, усмотрению, вошел так это в приемную. А, старый друг, прошу. Цистиков, кого я вижу? Бубарев! Откуда ты, эфиро-житель? Из Семязерска. Сегодня только прибыл. Ни у кого еще быть не успел. Ну, а генералу все-таки к первому. Дельно. Клаверов не выходил? Шут. А ты у Клаверова служишь, Набойкин? У Клаверова. Он многих из наших приютил. Уж не хочешь ли ты к нему? Да, хотелось бы. В Семиозерске ты, должно быть, наскучила. Да и правду надо сказать, служить в наше время в провинции ужаснейший анахронизм. У тебя какой чин? Коллежский советник. Ну, кушанье неважное. Ты уж совсем плохо, Андрос. Шут, однако позволь познакомить тебя, Бобарев. Свистиков, экзекутор, да. Он же казначей, он же и смотритель дома. Стало быть, с точки зрения ватер-клозетов, человек совершенно неоцененный. Это, брат, единственный осколок седой древности, который остался в нашем ведомстве. Все прочее подобрано, могу сказать, человек к человеку. Ты пойми, что Клаверову самому еще надо укрепиться. Конечно, место, которое он теперь занимает, не дурно. Но для него это не больше, как станция, на которой он желает пробыть как можно менее времени. Следовательно, ему необходимы связи. А чтобы добыть связи, необходимо делать уступки. В этом вся теория жизни. Клаверов это понял лучше других. К тому же и князь, который в настоящее время всемогущ, в нем души не чает. А скверно будет, если опять придется возвращаться в Семиозерск. А ты, чай, я распрощался со всеми. А это бывает. Это бывает. Вот когда я служил в Холопове, наш председатель 10 раз прощался, потом 10 раз здоровался, пока не прихлопнул паралич. Там и почается. Однако я тебя не спросил еще, что тебя заставило покинуть милый Семиозерск? Просто ли надоело по губерниям шататься, или есть другая причина? Правда, не знаю, как сказать тебе. И надоело. Да и неприятности кое-какие по делам вышли. Ага, неприятности. Да там несколько отдельных мнений по делам подал. Так ты... подаешь отдельные мнения? Так вы подаете отдельные мнения? Перестаньте, Свистиков, вас не спрашивают.
Я тебе должен сказать, что эти отдельные мнения – великая глупость. И если возможно, чтобы Клаверов не знал об этом, ты уж как-нибудь устрой. В наше время, друг, необходима дисциплина, а не мнение. А я, напротив, думал высказать Клаверову все. Сохрани тебя Бог. Ты не понимаешь людей. Или лучше сказать, ты не понимаешь времени. Позволь, однако. Да вы не прерывайте. Вы не прерывайте. Они же вам выскажут всю нашу текущую государственную суть. Шут. Начальство посылает тебя туда и в то же время говорит себе. Я покойна, потому что у меня там есть Бобрев, который видит моими глазами. Нюхает моим носом. Да перестаньте, Свистиков, говорят вам. Да повеспал, Николаевич. Я же в своей роли. Но ведь не я же первый на Бойкин. Мой предместник, тоже из наших, сплошь и рядом подавал мнение. Времена другие, моншер. Теперь совсем иное дело. Теперь нам нет до подробностей, которые должны сглаживаться и улаживаться сами собой. Теперь у нас в виду система и ничего больше. Да ведь и насчет самой системы могут существовать различные мнения. Никаких. Вся система заключается в одном слове. Дисциплина и все. Но ведь дисциплина это только средство, Набойкин. Средство, равнопригодное для всякой системы. Это вообще. А в сфере бюрократии дисциплина есть сама по себе система. Это не объясняется, это чувствуется. И прежде, нежели войти к нам, ты должен заранее убедить себя в доброте системы. Всякой вообще, какая бы ни была тебе предложена. И потом совершенно подчинить ей все свои действия и мысли. Ты исполнитель, и ничего больше. Твои способности, твое умение, конечно, драгоценны. Но они драгоценны только в том смысле, что человек умный и способный всякую штуку сумеет обделать ловчее, нежели человек глупый и неумелый. Клаверов это понял, и потому так высоко стоит, а будет стоять еще выше. Он никому не противоречит и ни с кем не спорит, потому что знает, что в сущности всякий из прикосновенных желает того же самого, чего и он желает. Вот, любезный друг, жизненное направление нашего времени. Да ведь это и прежде бывало. И прежде встречались люди, которые беспрекословно исполняли, что им приказывали. Прежде исполняли приказания машинально, только потому, что это были приказания. Нынче исполняют их в силу своих собственных убеждений. Прежде была на первом плане преданность лицам. Нынче на первом плане преданность системе. Свистиков, например, усердно служит Клаверову, как Петру Сергеевичу. Отнюдь не подозревая, что Петр Сергеевич олицетворяет собой принцип. Однако, позвольте, до Петра Сергеевича были Степан Михайлович, и я им тоже служил верой и правдой. Значит, во мне принцип действовал, потому что я им служил не как Степан Михайловичу, а как начальнику. Значит, для меня и Степан Михайлович, и Петр Сергеевич все одно. Начальники, то есть система-с. А ведь, коли хочешь, это действительно своего рода система, Набойкин. Ну да, ну да. Такие люди нам еще нужны, такие люди нас не выдадут. Да уж это точно с не выдадим. Однако из остатков к празднику бы побольше. Об этом подумаем, добрый старик. Ну да рассказывай, рассказывай же, Бобрев. Что ты там делал в этом милом Семиозерске? Да что? Ну, женился, например. А, женился. Ну что ж, это дельно. Хотя немного мешает. А жена хорошенькая? Не знаю, об этом не говорят. Ну да, это значит, что хорошенькая. В наше время хорошенькая женщина очень много может сделать. Хорошенькая женщина иногда жизнь человеку может даровать. Это вы, господа, об хорошеньких рассуждаете. И верно, все этот злодей Свистик. Ну что, ваше сходительство? Ба, кого я вижу? Откуда ты, эфиражитель? Клаверов, ваше превосходительство. Да, 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 ваше превосходительство. Ну да, я надеюсь, что ты, как старый товарищ, отбросишь прочь все эти церемонии. Я надеюсь,
У Шалимова не был? Нет. И никогда не буду. Хорошо. Ну что, Иван Михеевич, у вас все благополучно? Все благополучно, ваше превосходительство. Новостей никаких нет? Новостей никаких нет, ваше превосходительство. Ну и хорошо. Жамса, ваше превосходительство. Там были? Сейчас оттуда. Изволили принимать в изящнейшем неглижес. А у вас, я думаю, уж и глаза разбежались. Нет, Павел Николаевич, не разбежались. Не потому, однако, что предмет того недостоин. Мы просто понимаем, что здесь наше начальство. И, следовательно, не разбегаться нам нужно, а оберегать... Про князя спрашивали? Как же. Они вчера после театра изволили быть у них. И были с ними очень милостивы. Обещали утвердить постройку за Артамоновым. Нет. Это Клара просто сумасшедшая. Не столько сумасшедшая, сколько плотоядная. Еще обещались определить на Рукавникова вместо Пичугина. Однако это странно, я скажу. Я буду протестовать. Откуда они берут только этих на Рукавниковых? А какие они деловые, ваше превосходительство. Даром, что хорошенькие. Сидят, знаете ли, чай кушают, а сами все рассчитывают. Артамонов говорит, 50 тысяч подарил, еще в доле взять обещался. Это еще, по крайней мере, 50 тысяч будет. А горлышко такое беленькое-прибеленькое, просто фарфоровое. Какая мерзость. Как видно, ты открыто воюешь с красавицей. Иван Михеевич, свободно. Портфель прикажете оставить? Оставьте. Ну-с, господа, прошу ко мне. А знают ли ты, Набойкин, что все это очень скверно? Охота тебе думать об этом. Какое тебе дело до отношений князя к какой-нибудь Кларе? Только ты ошибаешься, она не какая-нибудь, а та самая Клара Федоровна, знаменитая Клара Федоровна, об которой болтает весь Петербург. Во-вторых, дела, которые она обделывает, идут через мои руки. А в-третьих, тот самый Нарукавников, которого мне суют, это уж просто ни на что не похоже. Вот так, моншер. Таково наше положение. Кто же это Клара? Покуда это то, что называется сила. Говорю покуда, то есть до тех пор, пока ее не сшибет Клавер. Вот до чего нас довели. Однако сознайся, Клаверов, что она ведь все-таки прелесть женщина. Да, не дурна. И когда-то вы были страшные приятели. Вот от того-то она меня и терпеть нынче не может. Ну да ладно, поживем, увидим. А я бы на твоем месте, право, соединял полезное с приятным. Какая тебе печаль от того, что за нею стоит целая стая Артамоновых, Лудяшевых, Покрышкиных и тому подобных? Согласись, что ведь и им есть хочется, следовательно... Нельзя же, нельзя, ты пойми, я должен смотреть в будущее. Конечно, князь меня поддержит, но кто же может поручиться, что князь прочен? Да, дети мои... Нынешнее время ужасно быстро съедает людей. Сегодня Бог, а завтра где ты, человек? Так кажется, Бобарев, у Державина. Не совсем, но почти так. Да, надо много ловкости, чтобы пробалансировать подобное время. Это правда, что эти господа много нам вредят. Но, несомненно, однако же то, что... Мы сами много виноваты в том, что придаем им слишком большое значение. Там виноваты или нет, а стало быть, не можем не предавать, коли придаем. Все так перемешалось, что даже самые проницательные люди не могут разобрать, где настоящие силы. Господи, да все мы, люди относительно молодого поколения, люди, не отшатнувшиеся от стариков, мы служим доказательством тому, как трудно угадать, где силы. 5 лет назад кто бы мог угадать, что мы будем иметь вес? Будем занимать видные места в администрации. Но ведь это именно потому так и сделалось, что мы не отшатнулись.
Любезный, да разве мы не либеральничали? Разве не именем отрица не ворвались мы в святилище старчества? И что самое главное, разве мы не были искренни и в либерализме, и в отрицании? Ладно, довольно об этом. Так что, ты надолго к нам? Да хотелось бы совсем. Угу. Да ты знаешь ли, Клаверов? Да. Ведь он женат. Женат? И верно, на хорошенькой. Уж не в Семиозерске ли нашел жену? А может быть, я знаю ее. Я ведь когда-то там был с сенаторской ревизией. Да, жена моя знает тебя. И как она урожденная? Мелипольская. Я женат на младшей. Ба, Бомбарев. А ведь жена твоя в девичестве была удивительной красавицей. Удивительной. Она и теперь не дурна. Рад за товарища. Так ты, значит, решил перебраться к нам в Петербург? Прекрасно. Клавер, прекрасно. Он хотел обратиться к тебе. Ну да, да, понимается. Так ты, значит, женат на младшей милой Польской. Я рад был бы возобновить знакомство. Кстати, у нас вполне возможно и место откроется. Но ведь говорят об каком-то Нарукавникове. Ну, это бабушка надвое сказала. Бонжур, Клаверов. Сёна Бойкин. Мой товарищ Бобарев. Меня прислал к вам дядя Клаверов. Что прикажете, князь? Во-первых, попрошу у вас сигару. Прошу. Во-вторых, мой почтенный старец поручил передать вам, что сегодня он чувствует себя совершеннейшим 18-летним юношей. И потому приглашает вас принять участие в пикнике, который устраивает сегодня за городом Клара. Я всегда к услугам князя. Странно, однако, что сегодня утром у меня был свистик прямо от Клары Федоровны и ничего не сказал. Во-первых, я вам должен сказать, что все это устроилось не далее, как несколько минут тому назад, когда свистик был уже у вас. Ага. Я был у Клары вместе со старцем, который, по всему, видно, чем-нибудь с утра себя подправил, потому что был неприлично сладок и отвратительно любезен. Следствием всего этого было несколько живых картин, вроде тех, которых и вы бывали свидетелем. Однако же вы не очень любезны в адрес дяди, князь. Напротив того, я думаю, что дядя был бы в восторге, если б знал, что я признаю его способным представлять живые картины. Бедный старик, у него только и осталось это самолюбие. А куда же торопитесь, господа? Нам еще нужно кое-куда заехать. Мы еще увидимся. Ты где остановился? Я непременно сочту долгом. Однако я не спросил тебя, Софья Александровна, с тобой? Да, она в Петербурге. Мы остановились у Демута. Я прошу тебя, передай ей мой поклон. Я не прощаюсь, господа. Послушайте, зачем вы ссоритесь с Кларой? Помилуйте, князь. Ну, когда же я ссорился? Ах, боже мой! Да неужели же вы думаете, что никто этого не замечает? Даже старик дядя, и тот начинает догадываться, а это его трогает. Скажу вам откровенно, об этом была речь не далее, как сегодня. И дядя был даже очень красноречив. Он только и делал, что повторял. Стало быть, он не хочет служить со мной. Стало быть, он не хочет служить со мной. Стало быть, он не хочет служить со мной. Между нами я просто советовал бы вам оставить эту бесполезную оппозицию и продолжать действовать, как действовали прежде. Ведь вы были с нею даже более, нежели в приятных отношениях, ну и хорошо делали. Поверьте, что дядя в тысячу раз снисходительнее взглянет на это маленькое похищение его собственности, нежели на неуважение к его слабости. Когда же и какую оппозицию я делал? А в деле Артамонова? Разве не всякий знает, что единственное препятствие к утверждению постройки за этим барином шло от вас?
Разве дядя может знать, что Клара получила 50 тысяч, чтобы обделать это дело, и что, кроме того, она в половине у Артамонова? Будто князь и не знает. Положительно, уверяю вас, нет. Но предположим худшее. Предположим, что ему известна закулисная сторона этого дела. Я все-таки не понимаю, какая охота вам отнимать у этой бедной Клары ее крохи. Но ведь это безнравственно, князь. Скажите мне прежде, что нравственно? Коли разобрать хорошенько эту скучную материю, то право окажется, сознайтесь, любезный друг, что в настоящее время все мы, сколько нас ни есть, немножко не то чтобы подлецы, упаси Боже, а так благоразумные люди. Ведь вы философ, Клавер. Ну, наконец, об этом целый город болтает. Ну и пусть себе болтает. Разве вы еще достаточно наивны, чтобы думать, что мы недостаточно сильны? Пусть себе болтает. Чтобы справиться с этими болтающими людьми, нужно только обладать бесстыдством. Нужно только однажды навсегда решиться проходить мимо них, не краснея. Поверьте, что все уладится. Признаюсь вам, князь, я все еще не могу привыкнуть к мысли. Я просто боюсь. Я понимаю это, но поверьте, что вы тревожитесь совершенно напрасно. Во-первых, то, чего вы боитесь, слишком отдаленно. Может быть, оно будет, а может быть и нет. В то время, когда перед вами есть настоящее, грозящее вам немедленно и непосредственно, если вы не склонитесь перед ним. Во-вторых, вы подозреваете силу там, где в сущности существует одна болтовня. Повторяю, нужно только как можно реже краснеть. И по временам кидать в толпу двугривенные, чтобы толпа стояла смирно и даже в избытке восторга принимала эти двугривенные за червонцы. Стало быть, от меня требует, чтобы я не возражал, чтобы я исполнял как машина. Ну да, то есть от вас этого не требуют, а желают. Будем говорить прямо, любезный друг, ведь вы не ответственное лицо. Ведь закон ни в коем случае не может обвинить вас. Из-за чего же вы горячитесь? Но вы забываете, князь, что у меня есть совесть, что есть, наконец, общественное мнение. Я вам как друг говорю, Клаверов, подумайте. Подайте Кларе руку примирения. Ну а что вы тогда скажете о нарукавникове? Ведь значит, меня попросту в грош не хотят ставить, коль скоро суют, не спросясь меня прямо в мой кабинет, черт знает кого. Во-первых, нарукавников не черт знает кто, а сын откупщика. Во-вторых, отец его заплатил деньги и большой приятель Клары. А в-третьих, наконец, я просто не понимаю. Что ж тут не понимать? Да разве вам не все равно, кто у вас там копошится в канцелярии? Ведь вы сами очень хорошо знаете, что все ваши занятия тление и дрянь. Ведь если бы у вас даже была серьезная работа, разве вы поручите ее кому-нибудь помимо себя? Все-таки простая учтивость требовала. Ну, в этом отношении точно Клара виновата. Она, бедняжка, позабыла. Подумайте об том, что я говорил с вами, и приезжайте сегодня. По крайней мере, скажите, кто там еще будет? Ну, будут разные повесы, вроде дяди. Будет Флоренция, будет Мальвина, будет Надежда Петровна. Вот я вам скажу, Клаверов алмаз-то. Даром, что из россиянок. Грудь, плечи, волна молочная. И притом расчетливо. Это далеко пойдет. Вы, я, да на рукавниках отец. Стало быть, до свидания. Mm-hmm.
Что же теперь делать? Не ехать на приглашение? Об этом, конечно, не может быть и речи. Да, собственно, чего не ехать? Но дело-то в том, что это не просто поездка. Это же поездка, которая обещает важные последствия. Если рассуждать справедливо, ведь я виноват перед Кларой. Я слишком увлекся. А между тем, на практике, оказывается, я, как говорит этот гнусненький князь, что мы все немножко подлецы. Да. Тяжкое мы переживаем время. Страсть к верхушкам осталась прежняя, а средства достичь этих верхушек представляются сомнительной. Ведь прежде бывало, одного чего-нибудь держишься, если князь в силе, ну и хватаешься за него. Нынче старое не вымерло, новое не народилось, а между тем и то, и другое дышит. Умрет ли старое? Где будет сила, интрига? Вот властелин нашего времени. Поэтому и улыбаешься налево какому-нибудь олимпийцу, который так, кажется, и застыл в своей олимпийской непромокаемости, а направо жмешь руку сорванцу мальчишки, который так и смотрит, как проглотить тебя. Нет, да каково же существовать каждую минуту, ожидая, что вот-вот нахлынет какая-то чертова волна, которая возьмет и проглотит тебя. А покончить со всеми этими кларами таракановыми и прочей зараженной ветошью? Нет, мы слишком подлецы для этого. К вам, господин Нарукавников. Проси. Князёк сказал правду. Та опасность отдаленная, здесь грозит что-то близкое, почти страшное. Чего же ты у нас так живо чувство самосохранения? Я имею честь говорить с господином Клаверовым. Да-с, с господином Клаверовым. Позвольте вручить вам записку от князя Сергея Кирилловича Тараканова. Я должен вам сказать, господин Нарукавников, что у меня в настоящее время не имеется для вас вакансии. Однако ж князь удостоверил меня, что вакансия есть. И следовательно, я обязан ему верить. Я по совести вам должен сказать, вам удобнее верить мне. Во всяком случае, я свое дело сделал. То есть вручил вам записку князя. И засим вам ближе известно, как поступить дальше. По совести, однако ж, я должен сказать вам, что буду иметь честь служить под вашим начальством. Это очень любопытно. Напротив того, это очень просто, потому что я уже заплатил деньги за место. Вы, конечно, господин Рукавников, знаете, что это с вашей стороны большой риск говорить мне подобные вещи. Поверьте мне, господин Клаверов, что это вовсе не риск, а простое желание сократить время, необходимое для объяснений. Повторяю, место будет за мной, потому что я заплатил деньги. А мы, потомки откупщиков, не имеем привычки бросать деньги даром. Ну, если вы так уверены, то мне ничего не остается делать больше, как только раскланяться с вами. Князь, вероятно, сегодня же лично повторит вам покорнейшую просьбу о моем определении. Приятно получать такие щелчки по носу, а? Приятно? И от кого? От женщины вольного обращения.
Да-да, от нее, от нее. Я не могу скрыть от себя, что от нее, от нее. Но если бы не она, если бы не она, я бы смешал с землей это откупщичье отродье. А теперь, что же я буду делать теперь? Что я буду делать теперь? Куда я пойду? Я пойду. Если серьезно вздумаю протестовать, что со мной будет? Ведь я дрянь. Я сам выскочил в люди по милости женщин вольного обращения. Ведь это ни для кого не тайна. Ведь если теперь не суют мне этим в лицо, то именно потому, что я выскочил, а не застрял где-нибудь в трущобе. Куда я денусь? Куда? Оставаться на высоте? Но ведь не могу же я скрыть от себя, что я лакей. Что я лакей. Раскаяться, съехать в трущобу. Но ведь там уж давно простирают ко мне объятия милые друзья детства, которые с утра до вечера будут гнусить мне в уши. Лакей, 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 лакей. Нет, как нетрудно попасть в клею, а выскочить из нее еще труднее. И ведь какая змея! Другой-то хоть для вида, хоть из учтивости смягчил бы свои выражения. А это нет! И главное-то обидно, что ведь достигнет, непременно достигнет, и что не я, никто в мире не в силах этому помешать. А что, он прав! Да не все ли мы поступаем и поступали точь-в-точь таким же образом? В одном случае искательно, в другом благородно, в третьем нахально, а в сумме, то что? Он просто двойник наш, он просто такая же тень человеческая, как все эти Набойкины, Бобаревы, Шмобаревы, Бомарев. То-то, воображая, облизывал судавич, взирая на меня. Вот-то, чай, говорит себе, счастливчик этот клавер. Ба! Бобырев! Его жена Сонечка Мелипольская. А-ха-ха! Как добрый вечер, мадам. А я нарочно поспешил к вам, чтобы сообщить приятную новость. Николай Дмитриевич определен. Вот видишь, София, как все прекрасно устроилось. Петр Сергеевич, мы должны быть вам благодарны вдвойне и за себя, и за Николя. Вы поступили как истинный рыцарь. Он оправдал ожидания, при том самым блистательным образом. Князь сам читал его работу и остался от нее в восторге. Только и говорил целое утро. Это удивительно. Я решительно все понял. А это, я вам доложу, похвала немалая. Я долго мучился, чтобы достигнуть такого результата. Мы этим вам обязаны, Петр Сергеевич. А как же Нарукавников? Ему приказано подождать следующей вакансии, но он ее и подождет. А я, признаюсь-таки, сильно опасался за успех, но вчерашний вечер принес мне решительную победу. Вы бы распорядились насчет обеда, маман. И то правда. Мы только и годны на то, чтобы хозяйничать. А ведь было время, когда из-за меня хозяйничали. Помилуйте, Ольга Дмитриевна, за вас и теперь можно похозяйничать. Ого-го! Это уж комплимент. Я очень хорошо знаю, что мое время ушло. Я оставляю вас, дети мои. Тебя я увидела.
мой ангел, вы произвели целую революцию. Старик просто трепещет, говоря о вас. Само собой разумеется, что он не читал никакой работы Бобарева. И вы довольны этим? Разумеется, доволен. Доволен. Доволен за вашего мужа. Разумеется, также, что соперничество такого почтенного старца, как князь, не может тревожить меня. Я не должен скрывать от вас, милая Софи, что надо еще перейти через много трудностей, чтобы обеспечить успех вашего мужа, а следовательно, ваш собственный. Ой, ну какой вы благородный, Пьер. Знаете, мне так приятно, когда вы мне гладите руку. Ведь вы любите меня, Пьер. Еще бы, для кого же я и делал все, что до сих пор делал. Итак, я поручил вашему мужу одно довольно сложное дело, и понимается, что необычайность такого факта не могла не броситься в глаза всей канцелярии. В нем начинает уже видеть новое светило, начинает подозревать, что Бобарев опасный соперник. Все это для меня, милый Пьер. Все это для вас, одной. Вы знаете, что Набойкин, кстати, как первый... Неужели Набойкин? Да, как же, имел со мной весьма длинное и даже весьма глупое объяснение не далее, как вчера. Поверите ли вы, целый час приставал ко мне с вопросами, почему я не даю ему случая выказать свои способности. И что же вы? До того меня довел, что я должен был сказать ему, что никак нельзя выказать то, чего нет в наличности. И вы сказали это? Какой он благородный, Пьер. А я ведь думала, что Набойкин... Это от того, что вы его мало знаете. Заведите, например, Набойкина относительно современного направления человеческой мысли и деятельности. Каких чудес он вам не наскажет. В сущности, все будет лишь презренный набор слов, за которым нет ни системы, ни убеждений, ни даже хорошо обдуманной подлости. Какой вы умный. В том-то и состоит трудность нашего положения, что мы не можем найти людей с сердцем, которые бы поддерживали принципы, которые мы поддерживаем. Что это за принципы, Пьер? Муж говорил мне об этом, но я как-то все не понимаю, ведь я глупенькая, Пьер. Я девочка, которая все надо толковать. Принципы, милая Софи, такая вещь, которая не говорится между влюбленными. Кстати, Софи, сегодня ваша ложа будет рядом с княжеской. Это тоже принцип, Пьер? Да, это принцип, и называется он принципом необходимости. Князь ведь в восторге от тебя ведь не правда ли? Я совершенно счастлив, когда ты так улыбаешься. Ну, хорошо, я всегда буду улыбаться. Я надеюсь, что вы позаботитесь о туалете для сегодняшнего вечера, сударыня. Пьер, да? Мне так не хочется ехать в этот противный театр. Знаешь, даже в тот раз мне было неприятно. Этот князь так гадко смотрел на меня. Только ты смотри на него, как на гадкого глупого старикашку. И ты не вправе запретить кому бы то ни было любоваться с тобой. Это тоже принцип, Пьер? Да! Нет. Это не принцип, это наслаждение. Какие могут быть принципы там, где есть только наслаждение? Софи, ты заметила, что я беспрестанно противоречу сам себе? Ведь ты заметила? Так что ж. Это и есть признак любви страстной. Действительный. Истинная любовь не может быть последовательной. Только я тебя прошу, слушайся меня во всем, девочка моя. Буду, буду. Хоть этот князь и противный. Нельзя. Нельзя. Пойми, от этого зависит будущность твоего мужа. Наконец, наше собственное счастье. Соня! Соня! Ах, маман, какие вы несносные! Что вам нужно? Да поди же сюда, Софи! Ах, ну да хорошо, иду. Господи, какая скука. Вы позволите, Пьер? Ну что ж, пока мисс дело устраивается лучше, нежели даже я мог ожидать.
Князь в восторге от Бобрева, и если мне удастся моя маленькая комбинация, то я могу надеяться, что будущее не обманет меня. Во всяком случае, уж и это значительная победа, что два больших скандала устранены. Не далее, как сегодня Шалимов извинялся передо мной и объявил, что он изменяет свое мнение обо мне. Ведь с какой ядовитостью он высказался передо мной, почти что бросил мне прямо в глаза: «Извини, дескать, мы думали, что ты подлец». И я должен был замолчать. Я должен был замолчать именно потому, что эти господа не хуже нашего поняли, что нахальство есть самое верное средство, чтобы не затонуть в болоте, которое мы называем жизнью. Что ж, мы промолчим, мы сумеем и снести. Мы сделаем это не потому, что у нас не доставало духа отвечать на дерзость даже чем-нибудь похуже, нежели просто дерзость, а потому что жизнь еще обладает нами. И мы надеемся со временем сами овладеть ею. Однако, что это за жизнь, господа? Что это за жизнь? Ведь нет места, которое можно бы назвать целым, которое бы не было составлено из мелочей. Тут пронесся слух, что князь не прочен беспокойство. Там другой слух, что на место князя Лакрицкий еще беспокойство. Все это шушукан, все это скрывается. Вот и угадывай тут. Вот и составляет целые фразы из раздельных слов, схваченных на лету. Петр Сергеевич! Ах, вы посмотрите, Клаверов, что это за прелесть! Представьте себе, Петр Сергеевич, что букет принесли от князя Тараканова. Князь! Однако я не подозревал, чтобы он повернул так круто. Видно, работа Николая Дмитриевича подействовала на него до такой степени, что он счел необходимым Софью Александру поблагодарить за то, что она подарила ему такого мужа. Да нет, вы шутите. Ну, скажите лучше, ловко ли мне его принять? Человек князя ушел. Ну, стало быть, тем более надобно принять. Черт возьми, однако, как эти господа быстры в своих движениях. Ах, этот Николя, вечно его нет, когда нужно. А я так нахожу, что это хорошо, что его нет. Согласитесь сами, что бы он стал делать. Не знаю. Нет, я отошлю. Ну, посмотрите, однако же, какой прелестный букет. Мама, ну, а как вы думаете отослать? Я тебе сказала, что человек князя ушел. Поверьте, Софья Александровна, ни одной человеческой жизни не достанет, если мы будем волноваться всеми человеческими глупостями, которые вокруг нас и по поводу нас делаются. Николай Дмитриевич благоразумный человек. Он поймет это. Я совершенно согласна с Петром Сергеевичем. И не нахожу ничего необыкновенного в поступке князя. Ну да, конечно. Вот видите, Софья Александровна, и мама со мной совершенно согласна. Но с каким же лицом я буду сегодня сидеть в театре? Маман, ведь князь будет подле нашей ложи. Ну что ж, это очень мило с его стороны. Разумеется, об этом не надо сказывать Николаю Дмитриевичу. Хотя, быть может, это делается для его же пользы. Конечно, я уверен, что он поймет. Да, но вы знаете, условия света. Надо делать все возможное, чтобы, как говорят французы, соблюсти приличие. Вот и он. А вот и я. Ну, поздравьте меня. С победой! Ба, ты здесь, Клаверов. Я несколько ночей кряду не спал, и вот... Добился своего. Клаверу, всем этим я обязан тебе. Я этого никогда не забуду. Соня, я сегодня счастлив, поэтому целую тебя вторично. А где же Иван Михеевич? Иван Михеевич, ну что, как будто застыдились. Ну-ка, 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 ползите к нам, к нам. Вот. Это наш будущий благодетель, который даже нынче начал ряд своих благодеяний тем, что выдал мне за полмесяца жалований вперед. А я вот устрою вам внезапную ревизию. Ох, это упаси Боже! Нет, 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 мы принимаем Ивана Михеевича под свое покровительство. Ну что, Ольга Дмитриевна, их превосходительство шутит. Но с их добродетельным сердцем да такой учинить жестокость.
Ладно, ладно, сейчас я вас припугну. Так где же ты, Бобарев, шатался сю пору? Сегодня ведь у тебя не могло быть работы. Ну, а все ходил по канцелярии. И веришь ли, хоть ничего не делал, а точно я десятки пудов на себе целое утро провозил. А это у нас в канцелярии, мне кажется, такая немощь есть. Да, она так канцелярскую и прозывается. Так сидишь, вроде сложа руки, хочешь от стола к столу, коммансанте спрашиваешь, а словно горы ворочаешь. Во рту это пересохнет, даже спину вдруг расшибет. Так вот вы чем занимаетесь. Будем знать, будем знать. Помилуйте, ваше превосходительство, а нечто вам это неизвестно. Ну аж начальнику-то особенно строгому, так так тяжко, что и вообразить не можно. Пойдут это они кричать, ходить, повелевать. Кажется, невелик труд, а приутомительность. Это вы по себе судите. Ну, а как же, у меня тоже курьеры, стража, кричу. Ну, как тебе показался, князь? Моншер, я в восторге. Какая деликатность, и вместе с тем, какой ум. Да. Это просто прелестный человек. Да, да, они у нас прелестные. Вот вы, Иванович, не забывайте, что говорят об вашем начальнике. Стало быть, вы взаимно в восторге друг от друга, потому что все нынешнее утро он расспрашивал меня о тебе, а интересовался твоим семейным положением. И даже когда узнал, что ты женат... Да, Николя, посмотри, какой прелестный букет прислал князь. Князь? По какому случаю? Да просто любезный друг, потому что я сказал, что ты женат. И пардон, Софья Александровна, что у тебя жена красавица. Помилуй, Клаверов, ну зачем же тебе было говорить князю о моих семейных делах? Какое ему до этого дело? Ах, боже, ну просто к слову пришлось. Уж не обиделся ли ты? Да неужели ты не хочешь понять, что князь хотел этим сделать любезность тебе самому? Я, Николя, хотела отослать букет назад, но человек князя так быстро ушел, что мы не успели вернуть его. Какой ты смешной, Николя. Как ты страшно смотришь. Ну, если хочешь, я сейчас же отошлю букет назад. Нет, нет, нет. Так ты, Клаверов, считаешь, что букет следует принять? Нет, конечно, князь для своих лет поступил несколько ветрено, но нельзя же строго взыскивать со старика. Еще бы! Букет незнакомой женщине. Нельзя же строго взыскивать со старика. И ты вспомни, он тебе в отцы годится. Да ведь давеча, с какой любезностью он принял тебя? Николя, если ты не перестанешь, я сейчас заплачу. Я и ложу на сегодняшний спектакль привез таким образом. День твоего торжества будет праздником для Софьи Александровны. Ну да, и прекрасно. Стало быть, мы сегодня в театре, и жена с букетом от князя. Как ты глупо смотришь. Ну да, следовательно... Букет надо принять. Ну что ж, мы и примем. И в театр поедем, ведь ложа от тебя, Клаверов. Иван Михайлович, понюхайте-ка букет. Пахнет. Еще бы. Стало быть, мы сегодня веселимся. Как? Соня, знаешь, ведь Иван Михайлович у нас сегодня обедает. Не мешало бы распорядиться. Вы как, по части Мадеры или Хересов, Иван Михайлович? А мы по части целого прескуранта. У нас еще Сава Семенович с Павлом Николаевичем будут обедать. Ах, Сава Семенович, я и забыла. Ведь он тоже поехал за букетом. Как? И он тоже будет с букетом? Значит, у нас сегодня решительно букетный день. Как это приятно. Я решительно не понимаю, Бобри. Черт возьми, однако не всегда приятно положение государственного человека. Первое время, первое время. Следовательно... Все считают, что это дело обыкновенное. Я обязан.